Это политическая ситуация, и как бы мы не хотели, мы не можем повлиять. Очень обидно. Я не знаю, до слез гибнут люди. Это траур для страны. Я не знаю, я призываю думаться всех, и политиков, и оппозицию, всех, как-то договориться. Я не знаю, что делать, но смотришь телевизор и просто сожалеешь, разочаровываешься. Но этого не стоит. Не стоит смертей человеческих. Очень, очень жалко. Смотришь, люди гибнут. Молодые люди, молодые парни. Я понимаю всех. Ну, надо как-то найти выход, собраться, договориться. Другого я ничего не могу сказать. И не знаю, что будет. Но это тяжелая ситуация. Я не политик, я просто спортсмен. Но смотреть на это, сложа руки, ну, очень тяжело. Очень тяжело. Я не знаю, что делать. Просто надо, наверное, как-то сесть и договориться. Это, я уверен, ребята с командой мы обсуждаем. Просим всех, чтобы как-нибудь договорились, пожалуйста. Больше мы никак не можем повлиять на ситуацию. Что ребята, мы не политики, мы обычные спортсмены. Мы в этом не разбираемся. И просто единственное, что оно не стоит этого. Не стоит человеческой жизни. Человеческая жизнь намного дороже, чем все остальное. Чем деньги или власть, или что-нибудь.